Итак, что вы получите по результатам этого курса, который является базовым для любого органиста? А самое главное – это уверенный навык двустороннего боя в разном темпе. Следующее. Это простые ритмы с пропусками ударов. Следующий очень классный прием – это слоги, начинающиеся со звука «К». Они делаются одновременно с дыханием. Три вида вибрато. Вибрато губами, вибрато языком и вибрато дыханием. Первое губами. Следующее языком. И дыханием. Еще один навык, который вы освоите, это ритмы дыханием или паровозы. И еще один вариант. И еще один режим дыхания, уже более интенсивный, еще более интенсивный, чем просто ритмы дыханием, это толчки диафрагмой. И еще один хитрый прием дыхания, который является тайной для непосвященных, это раздув язычка.